Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала Витарио. Начнем рейтинг игры Mortal Kombat 3 Sega версии. Я прошел за всех персонажей, выполнил все фаталити, все добивания. Какие добивания я не смог выполнить, я прошел после игры. Так что я хотел бы всех показать. Начну от худших и буду переходить к лучшим. Это будет последнее видео с комментариями в этом году, уходящим. С наступающим всех Новым годом. Рейтинг всех фаталити. Начнем с рейтинга всех фаталити. Фаталити на 30 месте. Самое худшее фаталити, на мой взгляд, это у Шан Цунга, когда он высасывает душу Your Soul is Mine и превращает в жижу. По-моему, даже хуже, чем Mortal Kombat 2. Это версия. Так, на фаталити на 29 месте располагается Шива. На мой взгляд, это недоделанный фаталити, где скелет какой-то черный. Шива просто встает в победную стойку. Так, на 28 месте фаталити Mortal Kombat 3 располагается Соня. Какое-то дурацкое выглядящее фаталити с розовой плазмой. И фатал так себе уж. Так, на 27 месте фаталити Mortal Kombat 3 располагается Liu Kang. Мне не нравится эта пасхалка с игровым автоматом, который падает, и то, что Liu Kang исчезает и появляется. На 26 месте фаталити Mortal Kombat 3 располагается Jax. Фаталка ни о чем, просто увеличится в размерах и наступает на врага. На 25 месте по фаталити располагается Nightwolf. Мне не нравится то, что враг исчезает, хотя рентгеновский просвет очень хорошо выглядит, и было бы лучше, если бы там оставался прах. Фаталити на 24 месте располагается Шива. Мне больно смотреть на эту фаталити, поэтому на 24 месте, хотя вроде фаталити хорошая. На 23 месте фаталити Mortal Kombat 3 располагается Синдал. По-моему, бредовое добивание, когда она волосами раскручивает врага до разрывания. На 22 месте снова Синдал. Ну, это хорошее добивание, когда она кричит до такой степени, что остается только мясо до кости. Так, на 21 месте фаталити располагается у нас Кун Лао. Он создает торнадо, который засасывает врага и там разрезает его. Добивание вполне достойное для Кун Лао, вполне хорошее. Фаталити на 20 месте располагается Шан Цунг, который создает шипы и перекидывает врага на эти шипы. Жестокое добивание, но идея хорошая. Так, на 19 месте располагается Sub-Zero. Лучше бы он замораживал руками, на мой взгляд, чем дыханием, и разрывал бы. Так, на 18 месте располагается Cyrex. Ну, мне нравится вертолет и то, что он превращает мясорубку, все это дело. Хорошее добивание, но все равно чего-то не хватает в ней. 17-е добивание фаталити — это у нас Кено. Анатомия. Скелет показывает. Скелет хороший, нормальный. И показывает хорошо. На 16-м месте располагается у нас Страйкер. Просто поджигает шокером своего врага. Тот дымится. Ну, обычное добивание. На 15 месте располагается Сектор. Он компонует своего врага. Жестокое добивание, но хорошо выглядит. Так, на 14 месте в фаталити Mortal Kombat 3 располагается Ночной Волк, Nightwolf. Он перенаправляет разряд молнии на врага. Это все происходит слишком быстро,
что не успеваю все это лицезреть. Фатальти на 13 месте, Mortal Kombat 3 располагается Кено. Вполне удачная фатальти, когда глаза Кено поджигают врага. Успеваю лицезреть. Фатальти на 12 месте, Mortal Kombat 3 располагается Страйкер. Вполне гениальное добивание. И неплохо выглядит. Так. На 11 месте в фатальти Mortal Kombat 3 располагается у нас Смоук. Мне нравится, что он разбрасывает бомбы по всей арене, но не нравится то, что все исчезает. Ну, планета исчезла и все. На этом конец. Так, на 10 месте в фатальти располагается Саб-Зиро. Вполне адекватное добивание. Замораживает рукой и разрывает врага. Так, на 9 месте располагается у нас Смок. Ну, такое веселое добивание, когда рот так широко открывает оппонент, враг. Он засовывает в рот гранату. Так, на 8 месте в фаталити добивание располагается Лю Кэн. Поджигает. Мне вполне кажется неплохое добивание, очень хорошее у Лю Кэна с поджиганием. Так, на 7 месте располагается Кабал. Очень страшное добивание. Многие, наверное, пугаются, когда смотрели ее. Но прикольно, когда убегает душа врага от тела. На 6 месте фатальти Mortal Kombat 3 располагается Соня. Ее воздушный поцелуй, как Mortal Kombat 1. То, что ближе к классике, поэтому, наверное, мне она больше всего нравится. Так, на 5 месте добивание располагается Сайрекс. Суицид. Мне нравится вот это вот самоуничтожение, то, что здесь показано, то, что видит Сайрекс в своем дисплее во время самоуничтожения. Как переносит зрителя туда. На 4 месте фаталити располагается у нас Кабал. Я, кстати, показывал это видео различной версии, как он разные лица надувает. Они все выглядят по-разному. Теперь уже к топам переходим в фатальти. На 3 месте топовая — это у нас Джекс, который создает руки в виде ножей и разрезает врага на части. Очень хорошее добивание. Так, на 2 месте, ближе к топу, это у нас Кун Лао. Разрезает шляпой врага. Очень удачно так летает. Красиво выглядит. И самое лучшее, самое best, это у нас Сектор. Поджигает врага. Мне нравится этот burn от Сектора. Это самое крутое поджигание и добивание в Mortal Kombat 3. И не только Mortal Kombat 3. Это самое лучшее добивание. Так, ну все, мы закончили с фаталками. Я снимаю это видео перед Новым годом, так что поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю счастья и здоровья. Надеюсь, что вы будете также смотреть мой канал. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Так. Рейтинг всех анималити Mortal Kombat 3. Кстати, они тоже выполняются не так уж и просто, эти анималити. Надо 3 раунда продержаться и на 3-м раунде выполнить мерси, помилование. Так, на 15-м месте у нас Синдал. Мне неэффектное, кажется, добивание, и тем более они все уходят за кадром. Поэтому на 15-м месте. Так, на 14-м месте у нас располагается по анималити Mortal Kombat 3. Это у нас Шансунг. Он превращается в змею и просто поглощает, не оставив и следа врага. Ну, тоже не такое интересное добивание.
13 место Animality Mortal Kombat 3. На 13 месте располагается у нас Шива. Превращается в скорпиона, шарит и враг взрывается. Мне нравится чисто вид скорпиона, а так неплохо. На 12 месте Animality Mortal Kombat 3 располагается у нас Кено. Он превращается в паука и душит врага. Он часто даже напоминает мне руку из фильма «Семейка Адамсов». Ну, кто помнит этот фильм из 90-х годов, по-моему, даже сериал был. Так, Animality на 11 месте, Mortal Kombat 3, располагается Страйкер, превращается в динозавра, поедает. Ну, он быстро превращается и обратно возвращается в человеческий вид, так что облик, так что, мне кажется, не очень эффектно под Animality. На 10 месте Animality у нас располагается... У нас располагается Кун Лао. Да, превращается в кошку дикую и поедает врага. Мне не нравится то, что Кун Лао, вот эта кошка, лежит, лежа поедает. Ну, как-то не особо эффектно. Animality на 9 месте у нас располагается Саб-Зиро. Он превращается в белого медведя и просто тоже так неэффектно поедает врага. На 8 месте располагается у нас Сайрес. Он превращается в акулу, быстро поедает врага и снова возвращается в кибернетический вид, в человеческий. На 7 месте у нас располагается Найтвулф. Он превращается в волка. Ну, хорошее добивание, видно, как волк расправляется со своим врагом. По мне, это самое лучшее добивание из поеданий. На 6 месте Mortal Kombat 3 по Animality располагается Джекс. Кстати, тоже превращается в зверя, во льва, царя зверей. И мощно так поедает врага. Круто выглядит, очень круто. Так, следующий у нас на 5 месте Animality располагается Кабал. Он превращается в скелета носорога и подкидывает врага. Неплохо выглядит. Ну и во всяком случае Кабалу идет. Animality на 4 месте располагается Соня. Превращается в птицу, в орла. Уносит куда-то своего врага, и тот то ли скидывает, то ли что там случается, непонятное. То ли там уже уничтожает этого врага. То, что не видно, что там происходит, поэтому на 4 месте. На 3 месте располагается Лю Кэн. Кстати, моя любимая Animality Mortal Kombat 2, когда превращается в дракона. Я до сих пор помню эту комбинацию. Вперед, назад, вниз, вперед, вперед и Z, по-моему. Animality на 2 месте у нас располагается. Так. Смок. Он превращается в быка и откидывает врага далеко и надолго. Очень классное добивание, приятно лицезреть. И самый топовый, самый лучший Animality Mortal Kombat 3 на 1 месте располагается у нас барабанный дроид Сектор. Он превращается в летучую мышь, которая сносит голову и снова возвращается в то место, которое он
находился в том месте. И, кстати, летучая мышь хорошо прорисованная. Так что это, ну, закончили мы анималти рейтинг. Так что мы ставим на первом месте сектора. Так, ну вот следующее сейчас будет добивание. Так, всех поздравляю с Новым годом, снова еще раз повторяюсь. Счастья, здоровья, удачи всем. Это последнее видео в этом уходящем году у меня с комментариями. Рейтинг всех френдшипов. Потом уже будут Java игры просто. И после Нового года посмотрю, что еще буду снимать. Так, на 15 месте Nightfall, который превращается в Фрейдена, и падает этот неинтересный игровой автомат. Мне не нравится. Лучше бы остался Nightfall, он ничего там придумал. Так, Sony, который просто вращает руками, как будто, ну, как игрушка какая-нибудь. Куколка. Мне тоже не особо нравится, не эффектно, не интересно. Так, Страйкер. На 13 месте, потому что, ну, здесь собаки чисто. А там в Ultimate Mortal Kombat 3 было, что бегали персонажи Mortal Kombat 3. Так, на 12 месте у нас располагается сектор. Ну, статичная такая вот картинка. Просто ударил, проверил силу удара. Хвастается силой удара. Так, на 11 месте у нас по френдшипу это Шива. Вращает тарелки, тело статичное, еще с задом повернуто. Ладно, на 10 месте у нас располагается Синдл. Бросает мячик и какое-то глупое лицо. Но поинтереснее выглядит все равно. Но не топ. Все равно не топ это. Friendship на 9 месте. Friendship у нас располагается Кено. Классно надувает жвачку и облевливает свое лицо. Так, на 8 месте Friendship у нас располагается Кабал. Хорошо накидывает зефирку и поджигает. Костер хороший. На 7 месте у нас располагается Люкен. Показывает театр теней. Логотип Mortal Kombat. Дракон. На 6 месте по френдшипу располагается у нас Кун Лао. Тут написано Кан Лао. Ну, здесь есть какой-то сюжет интересный. Что-то собака, наверное, то ли... Собаку жалко. Ну, следующий на... каком же месте? На 5-м, что ли? Шансунг. Превращается в игрушку, прикольно прыгает. На 4-м месте френдшипа располагается у нас... Смок. Классный гудок от Смока. Как паровоз или как пароход. Так, на 3-м месте у нас располагается Джекс. Классно прыгает на скакалке, так интересно смотреть на это. Так, следующий. Friendship на 2-м месте. Friendship это топ френдшипов. Располагается у нас Sub-Zero. Превращается в снеговика. Прикольный френдшип. С Новым годом, всех поздравляю. Так, следующий у нас на 1-м месте френдшип. Самый топ, самый лучший, самый best френдшип это Xyrus. Классно танцует. Круто. Ну все, мы закончили френдшипы.
Вот, я буду снимать, знаете, значит, пока еще несколько каких-нибудь Java игр, скорее всего, до Нового года буду снимать какие-нибудь, отправлю на YouTube, закину. А так, после Нового года тоже есть какие-то планы сыграть в компьютерные игры какие-то. Сыграть тоже Mortal Kombat, Mortal Kombat 3. Рейтинг всех Mortal Kombat 3 by Balti. Так. By Balti на 15 месте рейтинг Mortal Kombat 3 располагается у нас. Смог. Потому что мне не нравятся роботы. Малышки. Здесь вообще зеленый какой-то. Робот некрасивый. Следующий на 14 месте располагается у нас по Бэйбалти. Сайрекс. Ну, чуть-чуть посимпатичнее. Робот золотой. Следующий 13 место по Бэйбалти располагается у нас. Сектор. Ну, более уже голова такая развитая у этого малышки. Но роботы, я повторяюсь, мне не нравятся. Так, By Balti Mortal Kombat 3, на 12 месте располагается Кун Лао. Здесь, кстати, прикольно выглядит, что стоит малышка где-то выше, кого-то парит над этим, как сказать. А вот еще Джекс, ну, его не видно. Кстати, Кун Лао мне на нижних строчках, потому что не видно лица, и Джекс, то что его тоже не видно, что он весь черный. Так, следующий это Страйкер. Мне нравится, как у него шапочка, кепка надета на малышке Страйкере. На 9 месте у нас располагается Кабал. Такая симпатичная малышка. Правда, лица не видно, но чувствуется, что симпатичная. Так, By Balti на 8 месте располагается у нас Лю Кэн. Ну, малышка Лю Кэн, он всегда был хороший. Длинные волосы, подвязанные, как у Рэмбо. На голове ленточка. Так, на 7 месте рейтинга By Balti у нас Ночной Волк. С его перьями, такие вот раскрашенными глазами. На 6 месте By Balti располагается у нас Шансунг. Пухненький малыш. С темненькими волосами, глазками. На 5 месте By Balti у нас располагается Соня. Такая чуть-чуть большенькая малышка с длинными светлыми волосами. На 4 месте у нас располагается Кено. Симпатичный карапуз. Кено. На 3-м месте по няшности, по симпатичности, поебалует у нас Шива. Открытое лицо, красивые глаза, ну красиво выглядит. На 2 месте By Balti по симпатичности это у нас Синдл. Густые волосы, глаза большие, ресницы. Так, на 1 месте у нас располагается Sub-Zero. Я всегда его ставлю на 1 месте, мне нравится Sub-Zero. Мне кажется, он самый лучший, самый няшный из всех By Balti. Все, конец. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока.